И вот снова с вами я и очередная восточная притча. К одному гуру, пришли его ученики и сказали: «Уважаемый, мы уже взрослые, нам пришло время жениться, подобрать себе хорошую женщину. И вот мы в своем кругу решали, думали, что же такое хороший брак. И пришли к выводу, что хороший брак – это когда, первое, в доме уютно, второе – это когда есть о чем поговорить со второй половиной, и третье – когда никто из пары, ни муж, ни жена, не помышляют о свободе. Правильно ли мы решили?» И наставник ответил: «Хороший брак – это когда в доме уютно, когда есть о чем поговорить со второй половиной и когда оба свободны». Я не раз уже говорила, что современный брак считается, что он основан на моногамии. Моногамия, верность, на сторону не смотри, да ни за что. Измена – это самое страшное, что может случиться в браке. На самом деле, если считать, что брак-моногамия, то моногамия должна быть ненасильственной. Не человек не изменяет, потому что это нехорошо, потому что за это могут быть наказания, а человек не изменяет, потому что не хочет, потому что ему никто не нужен. Вот тогда это брак, тогда это семья. Никто не нужен, кроме вот своей второй половинки. Вот тогда это брак, это настоящая семья. И тогда люди любят друг друга, потому что соблазнов вокруг много. А если человек не изменяет, потому что, а что люди скажут, но хочется, это не брак. Никак. Это просто никак. Поэтому гуру прав, когда вдвоем хорошо, когда в доме уютно и когда оба свободны. Вот такая история. Всем bye!